Не переживайте, все хорошо. Нет, здесь вещи для ребеночка. Там пеленки, распашонка, ну, молоко. А здесь ее вещи. Так, документы. Документы вот ее есть. В любом случае, мы будем знать, да, куда вы попадете. И мы уже... Вы можете, да, в любом случае, если там, ну, я думаю, проблем не будет, они позвонят и проинформируют вас, где, что и как. Хорошо. Волноваться не надо, все, успокойтесь. Да, вам первые, что ли, роды? Девочки. Первые роды у вас? Да. Мы возьмем. Проходите машину. Мы все возьмем, не переживайте. Скоро это не дать психологу. Давайте следующий. Ну, предварительно набор свой больницу. Областная больница. Да.